Всем привет, меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал. Сейчас будет расклад на тему «Его чувства к тебе на сегодня». Загадайте мужчину, подумайте о нем, представьте его, произнесите его имя, свое имя. А если есть фотография, посмотрите на фотографию, настройтесь на расклад. Так, давайте возьмем оракул «Его чувства к тебе на сегодня». Выпал оракул «Дар». Это сюрприз, подарок, удовольствие, неожиданность, судьба, счастье, возможно, встреча. Для него либо он хочет вам сделать приятный сюрприз, либо он считает вас подарком, то есть подарком судьбы, что, может быть, он думает, что даже не заслуживает этого, что... почему вы в его жизни, да, что он считает, что вы для него огромный дар, огромный подарок. Также мужчина влюблен в вас, и у него к вам сильное влечение. Также оракул «Замок» показывает, что мужчина, он хочет вас от чего-то защищать. Может быть, он знает, что вы нуждаетесь в какой-то защите. И замок еще может показывать на скрытое тайное. Возможно, мужчина скрывает от вас, что он вас любит, и не признавался вам еще в этом. Также оракул нам показывает, что, возможно, вы часто переписываетесь, может быть, в телефоне, в мессенджерах, может быть, в соцсетях, либо разговариваете по телефону, у вас частенько происходит взаимосвязь через переписки, через разговоры. Давайте на Таро посмотрим. Таро показывает, что мужчина, он готов сделать первый шаг к вам. Он старается и хочет в отношениях, к отношениям подходить грамотно. Его действия осознанные, логика, контроль. Мужчина по отношению к вам уже готов и хочет проявить свою решительность. Также он хочет быть лидером в вашей паре, быть главным, и несмотря на то, что мужчина к вам чувствует, он влюблен в вас, но все равно он хочет, чтобы было, как он желает. Мужчина, находясь с вами, чувствует полную гармонию, теплоту, уют. Ему кажется, и он чувствует, что с вами счастливая, крепкая любовь, сильная привязанность, которая не является зависимостью от человека, от вас, но обеспечивает между вами верность. Также мужчина чувствует, что в интимной части между вами наступает момент разнообразия. Вы стараетесь исполнять желания друг друга. Также мужчина задумывается над тем, чтобы, может быть, провести время с вами, в отпуск поехать, либо выходные какие-то затяжные, чтобы побыть с вами наедине как можно дольше. Мужчина чувствует в ваших отношениях стабильность. Вы давно уже научились понимать друг друга, сохраняете верность, являетесь друг для друга поддержкой, опорой, надежным тылом. В то же время мужчина чувствует, что ваши отношения слишком медленно развиваются. То есть ему бы хотелось более серьезных и глубоких. Но, возможно, может быть, вы долго думаете над этим, либо же он сам долго думает, как вывести ваши отношения на другой уровень, как их более укрепить. То есть слишком много раздумий. Может быть, вы оба долго думаете, может, у вас такие обстоятельства. Но, по крайней мере, карты показывают, что развитие ваших отношений идет медленно. Также мужчина считает, что вы нуждаетесь в защите, и он готов вас защищать.
неважно от чего, от каких-то проблем, людей. То есть он хочет быть с вами и помогать вам во всем. Также эта карта еще может говорить о том, что вам нужно избавиться от старого, от лишнего, чтобы в вашу жизнь, в свою жизнь впустить новую энергию. Ну и метафорическая карта нам показывает чувство мужчины, безусловное доверие, любовь, поддержка, дружба. Вот так вот нам показали сегодня карты. Спасибо за просмотр. Всего доброго.